Всем здравствуйте! Сегодня пойдет речь об вот такой ленточной шлифовальной машинке от фирмы Graphit, 800-ваттная. Покупал я ее 2 года назад для шлифовки полов. Еще коробка сохранилась. Сейчас она разобранная по причине того, что вот этот выключатель забился пылью и она перестала работать. Выключатель разбирается легко. Я его разобрал, почистил, чтобы в следующий раз он меньше забивался пылью. Я вставил вот сюда поролончик. Тут была полость открытая, куда попадала пыль. Ну и, наверное, вот в этих местах также поставлю поролон, чтобы меньше летела пыль при работе. Ну, так как я сюда уже влез, решил посмотреть, в каком состоянии подшипники, и заодно заменить шнур. Шнур у нее вот такой, 3-метровый был, но несколько раз попал между корпусом и шлифовальной лентой, пришлось его отрезать. Разобрал, проверил, все подшипники крутятся, пылью не забились. Что на якоре, что на заднем вот этом обрезиненном колесе, на редукторе. Ну и заодно я их смазал. На всех стоит пыльник. В редукторе достаточно было смазки. Еще добавил немного, сейчас открою, покажу. Задний ролик обрезины в нормальном состоянии. Что понравилось, вот в переднем ролике из алюминия сделан. С обоих сторон запрессованы роликовые подшипники. Вот здесь, по самому краю, находится резиновое колечко, которое препятствует проникновению пыли. Все сделано добротно, пластик качественный. Из минусов можно сказать, что нет плавной регулировки оборотов. Но вот сколько пользовался, не было такой необходимости. Не было в комплекте струбцина для крепление в перевернутом положении. Сейчас поменяю питающий кабель и соберу. Ну вот так вот я сделал, проложил тут поролон, и когда закрывать буду сверху, тоже кусок положу. Не знаю, насколько поможет, видно будет. Заменил кабель. Ну и расскажу немного по аппарату. Есть регулируемая ручка. Фиксируется в нескольких положениях. Удобный хват. Крышка над передним роликом поднимается, фиксируется. Можно подлезть в труднодоступные места. Ну и так в целом, отличный аппарат за эти деньги. Иногда бывает, пылеудаление плохо работает. Здесь крепится мешок для удаления пыли. Ну, наверное, надо просто вовремя чистить. Будет все нормально. Ну вот так вот я сделал,
проложил тут поролон. И когда закрывать буду сверху, тоже кусок положу. Не знаю, насколько поможет. Видно будет.